а форты середины 30-х годов отличаются сугубо внешней драматизацией и подчеркнуто зрелищной композицией. Пожалуй, наиболее характерен из них лист «Благовестие пастухам», изображающий явление ангела с известием о рождении Христа. Здесь большую роль играет пейзаж. Рембрандт разрабатывает этот жанр как изображение одухотворенной природы. Художник показал, какой огромной силой эмоционального воздействия обладает пейзажный жанр, насколько он способен развить у зрителя чувство красоты окружающей действительности, восприимчивость к миру прекрасного. Пейзаж «Благовестия пастухам» внешне сотворен в неразрывной связи с евангельской легендой. Основой композиционного приема афорта является резкое и очевидное противопоставление света, прямо-таки бьющего нам в лицо из глубины пространства слева вверху и тьмы, словно охватывающейся направо и вниз. Впрочем, темные тональные пятна изобилуют и в верхнем правом, и в нижнем левом углах афорта, что камуфлирует главный светотеневой замысел художника. Так строится пространственная панорама, замкнутая справа и уходящая далеко в глубину слева, богатая промежуточными тонами и всегда производящая впечатление цветной. Ночь опустилась там, за изобразительной поверхностью афорта, где могучий и прекрасный лес загородил линию горизонта, кусочек которой угадывается слева. Она опущена. Низкий горизонт помогает подчеркнуть монументальность пейзажа, его величие. Деревья и кусты достигают справа до верха изображения. Они соединены в подобие единого гигантского букета из корявых стволов, раскидистых ветвей и богатой и пышной листвы. Несколько пастухов, не ведая про свершившееся чудо, мирно спали на расположенной между нами и лесом опушке, вблизи своих стад на первом плане, окруженные высокими кряжистыми деревьями. Вдруг из густого, нависшего над темной землей облака, медленно опустившегося откуда-то сверху в левую верхнюю часть видимого нами пространственного участка, яростно вырвались из одной его точки во все стороны снопы слепящего света, образовав расходящиеся радиусы пылающего диска. Внутри него зарезвились и закувыркались веселые голенькие крылатые младенцы-ангелочки, фигурки которых оказались все пронизанными тем же мистическим светом. Облако опустилось ниже, и вместе с ним опустилась его нижняя кромка, на которой, как на ковре под ногами, замер гигантский ангел в широких белых одеждах, словно не спадающих ослепительным, но спокойным потоком. Внизу под облаком засветилась река и противоположный берег, а ангел, простирая над ними свои белые крылья, скинул одну руку к небесам, вторую протянул вниз, внезапно проснувшимся и вскочившим людям, как бы торжественно и в то же время непреклонно успокаивая их. Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость. Его появление вызвало панический страх, а весть о рождении Христа привела в смятение не только людей, но и животных и всю природу. Вся опушка осветилась, и смычанием, и с блеянием в диком галопе разбежался скот. Пастухи, раскинув руки и побросав посохи, побежали в разные стороны, со всех ног, перепрыгивая через овец и друг друга или застывая в позах ужаса. Некоторые упали навзничь, а деревья справа в глубине дико зашумели, размахивая вершинами, покрытыми густой и тяжелой листвой. Так, стремясь найти соответствие тому потрясающему психическому волнению, которое, по его мысли, овладело живыми существами и сообщалось чуть ли не всей природе, Рембрандт всячески преувеличивает элементы движения. Но для нас важно другое. Здесь Рембрандт разрешает сложнейшую задачу светотеневой организации листа. Распределение на нем света и теней, направление ширины черных штриховых линий и белых фрагментов между ними. Впервые в графическом искусстве Рембрандт решается на неслыханный прием. Он освещает передние планы со стороны дальних,
Главный световой поток несется из глубины, словно струясь от ослепительного диска наверху слева на недалекую от нас опушку, своего рода предметную площадку, расположенную внизу, в центре и справа. Свет не видим, но зато видны все предметы и фигуры, попавшиеся ему на пути. Каждый из этих предметов ограничен кривыми или плоскими поверхностями и, кроме того, находится в разных условиях освещенности. Падая на различные поверхности, лучи света осветляют их неравномерно. Одни получают больше света, другие меньше. Одни получают его под одним углом, другие под другим. Одни хорошо отражают свет, другие поглощают. И поэтому все видимые нами предметы – деревья, люди, животные, трава, земля, река – принимая свет, оказываются освещенными совершенно по-разному или вообще почти неосвещенными. Кажется, что свет отскакивает от предметов и фигур, давая отзвуки, как если бы ножом стучать по разным камешкам. Отражаясь от предметов и падая на другие, свет становится бессильным. Он уже не светит так ярко, не ослепляет, освещает предметы гораздо слабее. Поэтому каждый из предметов, каждая из освещаемых фигур превращается у Рембрандта точно так же, как в жизни, в целый каскад брызг светлых, темных и разноосвещенных пятнышек внутри общего контура. Благодаря этому каждый из предметов рембрандтовской композиции сохраняет свою пластическую форму.